Ян, взгляни. Если прикатишь на GTO 69-го, она станет твоей прямо на стоянке бигбоя. Эй, Ян, помоги мне. Привяжи это. Крепче. Шнур короткий. Напряги мышцы, девчонка. Отлично, спасибо, братишка. Ага. Эй, Ян. Да? Я слышал, ты хочешь взять мою машину? Нет, нет, спасибо. Спасибо. Уверен? Ты мой брат, Ян. Только попроси. Ладно. Можно взять тачку на уикенд? Запомни, сопляк, я ни за какие яйца не дам тебе свою тачку. Поехали, баб! Вот козел. Ты просто из принципа теперь должен взять его тачку. Ага. И что ты мне предлагаешь? Я не могу просто соединить проводки и завести ее. Я не знаю, как это делать. Что ты ищешь? Нет, Лэнс, нет, нет. Положи на место. Ты что, не слышал его? Слушай, давай поговорим. Она всего в 9 часах езды. Мы просто съездим к ней, и ты ее вздрючишь. Кто ее вздрючит? Скажи. Ян ее вздрючит. Мы вернемся завтра, и Рекс ничего не узнает. Эти девчонки в Мэдисон, я уверен, очень горячие. Будь как угодно. Прячь! Скорее прячь! Ключи! Вашу мать, вы что, педрила, не могли подождать 5 минут? Чёрт! Чёрт!